В игре «Одиночек» я стоял там и заметил, что ты прямо все светишься. Я хотел спросить, когда родится ребенок? Я не беременна, а похожа на беременную. Некоторые просто не способны на свидание. Я Шелли, черный парень. Скоро на NBC. Я видел, что ты разговаривал с Микки, ты должен знать, что у нас не типа... стрёмные танцы? С тобой все нормально, а то похоже, что у тебя инсульт. Да все От создателя клиники ты должен сделать свой ход немедленно, иначе застрянешь во френд-зоне навсегда. Ты красуешься? Нет. И города хищниц. Мне тебя жаль, ночь от ночи занимаешься бессмысленным сексом, но кто хочет так жить? Я бы убил за такое. Они могут не знать, что сказать. Любовь — это жар, который поднимается оттуда вот сюда. Они могут не знать, что делать. У тебя есть трюк? Да, я обычно играю в «Угадай кто». Угадай кто? Жжется. Сок лайма. Они неудачники. Быть неуверенным — это когда сомневаешься в себе и в своих способностях. Как грустно. Такое и правда с людьми бывает. Со своими победами. Я следил за ней некоторое время, но благодаря вам у меня будет первое свидание за несколько месяцев. Проверка на вшивость. Лет. Я могу подползти к тебе такая вся, поцелуй меня, потрогай меня, а ты этого не сделаешь, ведь ты мой друг, так? Да, нет, да, нет. Непригодный для свидания. Кстати, ты схватил мою грудь. Премьера на NBC 29 мая. Озвучено по версии Грида.